Всем огромный привет, дорогие мои зрители, с вами Арзаментитова, и я рада вас приветствовать на своем YouTube-канале. Сегодня мы поговорим о высадке рассады огурцов в грунт на постоянное место произрастания. Я вам расскажу три важных этапа, которые я делаю перед высадкой любой рассады в грунт. Каждую тему я разберу по отдельности, и мы начинаем. Первым важным этапом перед высадкой рассады в грунт на постоянное место является дезинфекция грунта слаборозовым раствором органцовки. Это делается для обеззараживания грунта от различных патогенных микроорганизмов. Дезинфекцию производят за неделю до высадки рассады в грунт. Вторым немаловажным этапом является замачивание либо полив рассады под корень раствором Previcur Energy. Previcur – это системный двухкомпонентный фунгицид, который подавляет и уничтожает споры различных почвенных грибов. Помимо этого, препарат стимулирует иммунную систему растений, препятствует ее заражению бактериальными и грибковыми болезнями. Для приготовления рабочего раствора нам необходимо 15 мл Previcur Energy на 10 литров теплой воды. Период защитного действия составляет от 7 до 14 дней. Препарат не вызывает привыкания у патогенов. Третьим этапом является приготовление раствора фитоспорина. Маточный раствор фитоспорина мы готовим из расчета 400 мл теплой воды. Мы разводим содержимое пакетика и тщательно перемешиваем для полного растворения, после чего я его буду использовать для пролива лунок. Из расчета 4 столовые ложки маточного раствора мы разводим в 10 литрах теплой воды. Это у нас рабочий раствор. Основным активным компонентом фитоспорина является споровая бактерия Bacillus subtilis, точнее сенная палочка. Бактерия способна подавлять размножение возбудителей грибковых и бактериальных инфекций. Высадка огурцов в теплицу – это финальная точка выращивания рассады. Чтобы помочь рассаде легче перенести пересадку и лучше укорениться, в лунку добавляем посевной грунт. Мы используем торфяной субстрат «Микскар». Из расчета 1 10-литровое ведро грунта мы делим на 3 посевные лунки, после чего хорошо проливаем раствором фитоспорина и укладываем на дно лунки шпагат, по которому в дальнейшем и будет плестись высаженный огурец. Хорошенько прикапываем землей. Таким же аналогичным образом мы высаживаем всю оставшуюся рассаду огурца. После высадки рассады на постоянное место нам необходимо ее опрыснуть любым антистрессовым препаратом. Я опрыскиваю свою рассаду эпином, так как любая пересадка для рассады является стрессом. Дорогие мои зрители, я вам желаю хороших и обильных урожаев. С вами была я, Арзаментитова. И до скорых встреч на моем YouTube-канале. Всем пока-пока!